Молодцы. Можно даже выше, Никита, не стесняйся. Вот так. Все, второго я тогда не произношу. Следующее. На кухне утром первым буду посуду вымыть, не позабуду. А кто пляшет? А ну? Но все-таки первым будет Никита, это я тебе сказала. Так, хорошо. Дальше слушай. Беречь и нежить тебя я буду. Носки стирать не позабуду. Никита, можешь быть спокойным. Пока ты еще полежишь, она уже постирает тебя. Хорошо. Зарплату отдавать всю буду. Цветы купить не позабуду. Иванка, Роза, знаешь? Вот так. Вот так. Такой молодец. Нет, Никита обед готовить будет. Ну ничего, ничего страшного. Так, следующее, слушайте внимательно. В театр с тобой ходить я буду, в кино водить не позабуду. Ну театр иногда к нам приезжает, а кино тоже бывает. Так, Никита, она тебя будет водить в кино. Хорошо, ну ты же обед пока будешь готовить. Она пойдет, возьмет билеты. Ничего страшного, абсолютно. Так. Скандал устраивать я буду. Не буду. Угу. Красивых слов не позабуду. Молодцы, молодцы. Абуя, так. Пеленки сам стирать я буду. Гулять с ребенком не забуду. Ну, первый вообще-то Иванка, потом там и Никита выйдет. Хорошо. Послушной, доброй, верной буду. Дарить подарки не забуду. Никита, у нее Роза под потолком. Так, ходить по магазинам буду, полы помыть не позабуду. Ну, не знаю, как Иванка, ты он первым поднял. Я все равно буду. Хорошо. Не, ну полы оставь ему. Да ладно. Так, мы вместе помоем. Тебя, молодец, понятно? Мы вместе помоем. Так веселее. Тебя боготворить я буду, и о мужчинах позабуду. Молодцы! Никита, пишешь? Не, Никита правильно поднял, то, что касалось его. Боготворить он будет, да. А о мужчинах позабудет Иванка. Все правильно. То есть ни на кого глядеть больше не будет. Так, тебя всю жизнь любить я буду. Про женщин думать позабуду. Никита, про женщин это позабуду. Все, убирай. Ну что ж, вы получили обязанности. Как там будет у вас в семье, вы посмотрите сами. Все-таки Иванка молодец. Она говорит, мы все будем делать вместе. И это правильно, правда? А если не сможет Никита, то сделаешь ты. Правильно. Хорошо, молодцы. Так. Що найбільше полюбляє робити твоя кохана, коли вона відпочиває? На відпочинку, що полюбляє робити? Музику слухає. Бачите, він так чудово знає. Полюбляє музику слухати, якщо відпочиває. Так. Чи фарбує твоя кохана губи? І якщо, то який колір? Ось оті рози добре, що я дала. Поклала ту губу, і не видно, чи вона мовчить, чи говорить. Безцвітним. Ага, хорошо, безцвітним, так? Любите все-таки. Ну, красить. Так, добре, там риби. Чи ранесенько встати і до сніданку самому наловити карасів? Ну, я думаю, що... Перше поспати, друге збігати на базари купити риби, а третє самому встати і наловити. Саме легше збігати на базар і купити риби. І так далі, і так далі. Перший біжить сюди, останній біжить сюди. То же саме і діє це. Ви поняли? І опять останній стане першим нашим свідчим. Останній першим стане нашим свідчим. Значить, таким образом состав буде сформировано. Все плохо. Теперь уже совсем другое дело. Все понятно? Значит, лежит первый, останавливается. Последний здесь и так дальше, пока ты от него. Итак, приготовились. Раз, два, три. Ну так долго пристраивался.
Можно прямо потанцевать еще немножко? Так, 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 так. Ой, молодцы, ой, молодцы. Смотрите, какие. Как же каждый из них хочет отправиться в путешествие, и чтобы оно было удачнее. Молодцы, достаточно, достаточно. Останавливаем. Приехали. Молодцы. И девочки упали на постель. Я не поняла. Девочки, резко упасть на постель. Еще. 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 Падает. Девочки, запрыгивайте еще, пока не... Значит, вы не ощутили прелесть номера Люка. Слава Богу, еще. Разбежись и широко. Что такое? Ну, все поняли, как я